Доброе утро! Я Пулина Елена, 25 лет, преподаю английский в частной семейной школе. Хочу сегодня рассказать вам немного про осень в английском языке. Что мы знаем про осень? Осень – это autumn. Конечно, вы из школы это все знаете, но если вы поедете в Америку, в Соединенные Штаты Америки, вряд ли вам там скажут слово autumn, потому что американцы называют осень словом fall. Fall, to fall – это падать. Листья падают осенью. Год подходит к концу, тоже как бы падает потихонечку. Поэтому запомните, не просто autumn, но еще и fall. И хочу вас спросить, а поймете ли вы несколько интересных выражений, идиом, устойчивых выражений, связанных вообще с осенью? Вот я вам сейчас скажу их по-английски, а вы попытайтесь сами перевести на русский, я потом объясню. Например, he is in his autumn days. Это значит, что он уже перешел в свои осенние дни жизни, то есть у него жизнь подходит к завершению, у него уже началась старость. Вот еще, пожалуйста. This house is weathered. Этот дом, а дальше идет слово weather, вы знаете, это погода. Weathered – это побитый дождями, ветрами. То есть можно, кстати, и про человека сказать. A weathered man. То есть человек, который уже много в этой жизни пережил и испытал. А еще можно так сказать. It was lost in the mist of years. Или in the mist of time. Затерялась в тумане времен. То есть уже никто и не вспомнит, с чего что пошло. Надеюсь, вам понравилось. Good morning!